Александр Фигурин возглавляет водное хозяйство уже 6 лет. За время его работы на предприятии была произведена замена насосов на 5 канализационных станциях. Проведена реконструкция городских очистных сооружений, построенных еще в 80-е годы прошлого века. Благодаря этому была полностью усовершенствована технология очистки сточных вод. Очистные сооружения города стали одним из крупнейших природоохраняемых объектов Тверской области. В торжественной обстановке за значительные достижения Александру Фигурину вручили грамоту от губернатора Андрея Шевелева. С праздником, желаю здоровья, удачи, успехов и надеюсь, что мы все-таки реализуем проект реконструкции очистных сооружений города. Также грамота была вручена начальнику производственно-технического отдела Ольге Макаровой. Она работает в системе ЖКХ более 17 лет. В настоящее время на предприятии совместно с администрацией города решается проблема реконструкции очистных сооружений города. Ольга Владимировна принимает непосредственное участие в его разработке. Большие денежные средства на эту программу собирается выделить правительство Москвы, заинтересованное в качестве питьевой воды. Как известно, 2/3 всей воды, употребляемой москвичами, поступает из Иваньковского водохранилища. Питьевая вода у нас в городе по всем показателям является лучшей в Тверской области, а вода – это основа жизни человека.